Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в четвертый Tomb Raider, проходить версия 1.0 или бета-релиз от 10 ноября 1999 года. И у нас следующая миссия, которая называется The Lost Library. Затерянная библиотека. Так, ну что ж, давай начинать. Ползем вот куда-то в лаз. И спускаемся. Уровень очень интересный, загадочный. Так, по-моему, с этой штукой можно взаимодействовать, нет? А, нет. Это, видимо, позже будет похожая ситуация. Я помню, что надо будет какой-то светильник, можно будет подвинуть. Так, здесь у нас с краю... Ничего я не вижу. Идем в главный холл. Вот как выглядит у нас библиотека. Так. Не разбиваются кувшины? Нет, слишком громоздкие, чтобы им быть разбитыми. И там у нас переход на другой уровень уже будет. Так, наверх залезть нереально. Давай осматривать все двери. Так, откуда начнем? Здесь будет... Ну, давай слева направо будем. Вот, первая дверь, которую можно открыть. Заглянем сюда, например. Есть вазочка. О, и в вазочке есть полезные вещички. Маленькая аптечка и патроны к УЗИ. Окей, взяли. Так, что у нас тут? Еще один кувшинчик. Ой-ой-ой. Новые враги. Рыцари какие-то. У них уязвимое место только грудь. Надо в грудь стрелять. Но можно, по-моему, из... А, нет, нельзя. Их даже это не берет. Так, давай-ка начнем заново. Зарядим обычные стрелы, потому что здесь нужно точное прицеливание. Так. А, я лазерный прицел снял, что ли? Ни хрена ты меня рубишь. Блин, он меня зажал. Давай заново. Может, с дробовика получится. Как-то их загасить. А, нет, в принципе, можно из дробовика их гасить. Готово. Рыцари. Вот такие уже продвинутые враги пошли. Так, здесь у нас в вазе ничего нету. Так, тут у нас что-то лежит. Какая-то бумага. Пергамент. Но он не видим пока что. Я его не могу взять. Он только отражается. Как будто он еще недоступен. Так, ну здесь он, я вижу, стена. Ничего сделать нельзя. Так, светильник. Нельзя ли тебя подвинуть? Вот это что такое? Нет, с этим нельзя взаимодействовать. А вот светильник интересен. Он как-то стоит... Нет, нельзя взаимодействовать. Так, тут у нас есть еще одна ваза, большой кувшин, но с ним ничего нельзя сделать. Ладно, идем вот в этот проход тогда. А, или здесь тупик.
Подожди, а зачем я сюда вообще тогда приходил, если тут ничего нельзя сделать? Хм. Короче говоря, позже, видимо, сюда надо будет прийти. Пока что я тут ничего не вижу. Ладно, пошли отсюда. Вторая дверь. Открывается. Пойдем посмотрим, что тут у нас. Так, слышу. Ага, шест тут у нас. И лезвие. То есть это нам надо будет сейчас проходить очень аккуратно. Спускаться по этому шесту. Ой-ой-ой, тут что-то есть. Ауч. Ну да, я понял. Ой, промахнулся еще. Аккуратно, Лара. Ай! Ну как так? Потолки. Ну а тут я сам себя порезал, получается. Ладно, попал я на аптечки. Подлечимся. Так, что тут у нас? Вазочка. В ней аптечка. Окей, компенсация за моральный ущерб. Так, спускаемся дальше. Эх. Да что такое? Ой, тут еще режет. Так, я, короче, на еще одну аптечку попал. Ну, вот возмещение, да. Большая аптечка. Слезать-то проще, а вот залазить будет, вот это геморрой. Так, патроны для ружья. Неплохо. Так, спускаемся еще ниже. Эх. Да куда ты прыгаешь, Лара? Так, все, в самый низ я спустился, видимо. Что здесь у нас такое? Какой-то коридор. Ой, тут еще залазить, серьезно? Вы не издеваетесь? А, стоп, тут можно просто залезть. Да. Без шеста. Но все равно я попал на аптечки опять. Так, и куда я вышел в итоге? Шестеренкам я вышел. Зал с шестеренками. О, еще один бежит. Так, ну давай. Я понимаю, что я попадаю на аптечки. Так, надо смотреть внимательно вот эти шестеренки. Могут ли они убить вообще? Вот здесь у нас что? Яма. Вроде пустая яма. Ничего привлекательного я в ней не нахожу. А с этой шестеренкой что? Тоже яма. Тоже ничего не нахожу. А хотя... Стоп. Хотя тут лесенка у нас. И куда-то можно спуститься вниз. Это первый секрет на уровне. Маленькая аптечка, патроны для револьвера и патроны для УЗИ. Да, совсем не очевидный секрет, можно легко пропустить. Я, можно сказать, знал, я просто помнил.
с тех лет, как с 2016 года, когда я последний раз проходил эту игру. Почему-то мне запомнился этот момент. Так, кто-нибудь еще будет против меня? Так, тут какая-то звезда вот есть. Можно ее отковырять, да? Ломиком. Звезда. Golden Star, золотая звезда. Ладно, пригодится. По хозяйству. Так, наверху у нас что? Балкон там есть. А как туда забраться? Вопрос, может быть, где-то могу забраться? Надо повнимательнее. А, вот, действительно, лестница есть. Интересно, это тоже к секрету ведет? Ой, тут у нас цепи раскачиваются. А здесь? Здесь тоже цепи. Так, ну я не знаю, пойдем сперва где цепи посмотрим. Только осторожно. Они убивают моментально, по-моему. Хотя, может и нет. Может, я преувеличиваю. Так, и что тут я вижу? Я вижу огонь впереди. Шестеренку вижу. Что мы тут можем сделать? А, люк здесь есть. Его можно открыть? Да. И вода у нас здесь. Ну что, сплаваем? Может, это секрет? Хотя нет. Слишком очевидно для секрета. Ладно, поплыли куда-нибудь. Так, развилка, да? Налево тупик. Направо что? Бассейн продолжается. Здесь ничего не вижу. Погоди, тут я ничего не вижу. Стоп. Не может такого быть. Вот здесь проход, да? Подышать можно? Нельзя. А, не, можно. Так, а что тут у нас? Проход слева. Есть какой-то. Не знаю даже, в какую сторону лучше плыть сейчас. Ага, тут закрытый люк. Понятно. Еще один закрытый люк. С той стороны я его открыть не смогу. Так, а что тут есть еще? А, вот еще что-то есть. Какая-то пещера. Или я отсюда приплыл? Погоди-ка. А, я отсюда, по-моему, приплыл. Здесь тупик был. Точно. Так, подожди-ка. Восстановим кислород. Что есть еще? Решетка. Закрытая решетка. Интересно, как ее открывать вообще? Здесь не вижу ничего. Здесь тоже. Интересно. Тут тоже ничего нету, видимо. Так, погоди. Может, я зря сюда вообще пришел? Приплыл. Я вижу, там, да, решетка, но она пока закрыта. Вероятно, как-то ее надо открывать. Вопрос как? Так, а в этой яме нет ничего? Ладно.
Пойдем посмотрим, что там у нас в другом проходе было. Если то же самое, тогда надо сперва искать рычаги какие-то. Так, тут я вижу развилочка у нас. Давай направо. Бегаем сперва. Да, нет, она не убивает, конечно, сразу. Но дамажит. Больно бьет. Так, а что у нас, тупик здесь? Похоже, что да. Так, здесь очередные цепи. Здесь опять шестеренка крутится. А тут что? Тоже тупик? Серьезно? Я думаю, может, лаз какой-нибудь, секрет там. Ну, не вижу. Да, такая же комната и такой же люк, который я видел, в принципе. Ведет в одно и то же место, получается. Это же тот же самый. Вряд ли это другой, да? Может, под шестеренкой что-то все-таки. А, тут, кстати, огонь не горит почему-то. Давай сплаваем. Узнаем. Ну, по-моему, да. По-моему, это тот же самый путь, который я видел. Ну да, тот же самый зал. Тогда непонятно, зачем так оно сделано. Видимо, надо сперва на лестницу залезать, да, открывать что-то. Открывать ту решетку, например. Так, ну давай, Лар, залезем наверх, посмотрим, в чем дело. Да, я вот не помню, где другие два секрета в этом уровне будут. Нет, там прохода нету. Так, а здесь что? А здесь шест. Опять с механизмами или без? Ну куда-то я спустился. Вниз куда-то. Какая-то труба. О, еще один бежит. Готов. Так, сколько вас здесь, ребята? У меня-то дробовик пока еще есть. Интересный зал. Да, вот тут. Ага, еще один. Готов. Ну, короче, да, надо с близкого расстояния в него стрелять. Он все-таки уязвим. Так, а что с решеткой? А, сюда нужно что-то вставить. Но у меня этого нету. Видимо. Так, а тут у нас есть люк какой-то. И куда мы спустимся? Так, что тут у нас такое? А, лестница есть. Специально для людей. Сделано. Мне очень интересно, куда я иду. Я все иду, иду, иду куда-то. Ухожу куда-то вглубь этой библиотеки.
Опа. Это босс или мини-босс? Он садится на коня. С чего же мне тебя гасить-то, всадник апокалипсиса? Я вообще попадаю? Может, что-то другое попробовать? Например, ну я не знаю, арбалет. Да отвали ты. Хотя нет. Так, наверное. Ну, короче, да, ему надо попадать в специальное место. Попробуем, может быть, синенькие патроны. В грудь ему надо попадать. Готов. Все. Завалили всадника. А, нет. Тут вторая стадия. Это он только с коня спрыгнул. Блин, а синий-то, по-моему, слабее такой. Я его вообще забить не могу. Или он такой... Не, он, скорее всего, такой мощный. Все, забили мини-босса. Так, у него что-то ценное есть. Такой... А, вот... Кусок вот этого камня, который надо вставить куда-то там. Хорсеманс гем. Хорсеманс. Так, тут водичка, я посмотрю. Так, а нет ли здесь в этой помещении секрета у нас никакого? Я вот думаю. По-моему, здесь был какой-то лаз, куда мы... Можно было отойти. Хм. Может быть, здесь? А, вот решетка. А как? Погоди. А, надо выстрелить, понятно, из арбалета. Я сменю. Патроны. Так, и оптический прицел надо надеть. А где мой прицел-то? Стоп. А, вот он уже одет. Погоди, а куда стрелять-то? Не понял. Я же знаю, что тут что-то... Ну да, давай я потрачу одну такую взрывную стрелу. А, во. Открыли решетку. И вот второй секрет. Тут у нас большая аптечка, патроны, патроны. Хороший набор, короче говоря. Так, не, наверное, пока пистолеты возьму. Так, ну самое главное, я взял вот этот камень синий, Хорсеман. Лошадиный какой-то гем. Кентавр, Хорсеман. Лошадь с человеком объединили. Так, ну отсюда Лара скатывается. Куда мы пойдем теперь? Здесь больше точно ничего нету, зал такой огромный. Решетки. Так, а вот где еще третий секрет, я понятия не имею. Но надеюсь, он не закрывающийся. Я его уже не пропустил настолько, чтобы совсем не взять.
Ладно, пошли отсюда. Здесь вряд ли будет второй. Еще секрет какой-то. Этого достаточно, я думаю. Залазим наверх. Так, а куда возвращаться? А, ну, в смысле, не куда возвращаться, а что мне это даст? Куда я выйду? Интересно. Ну ладно, давай вставлять камень. Решетка поднялась. Здесь у нас точно ничего нету. Подозрительного. Может и есть, черт его знает. Ага. Тут у нас есть рычаг в виде вот этой вот штуки, которую надо потянуть. Опа, я открыл дверь под водой, ту самую дверь. Да-да-да, мы ее видели уже. Ох, это я сейчас нахожусь над ней. Фига себе. Ой, а это я закрыл ее. Ничего. Можно открывать, можно закрывать, понятно. Ладно, возвращаемся тогда назад. Так, а здесь не было лезвий никаких. Так, в другую сторону, Лара. И сальто назад. Лишь бы не потолки высокие. Так. Куда я вышел-то? К шестеренкам опять вернулся. Так, ну а теперь в любой из двух проходов идем. Неважно, как говорится. Ну пошли сюда. Пошли сюда. Здесь ближе просто. Оно находится. Так, плывем отсюда, плывем в решетку. Так, и что у нас здесь есть? Выбираемся. Сейчас куда-то мы придем. А, вот сюда звезду надо ставить. И отковырять еще одну. А, еще одну отковырять надо. Или даже не одну. Зачем мне вторая звезда? Третья тоже нужна. Три звезды золотых у меня. Интересно, для чего это? Так, здесь нет двери никакой. Это не дверь. Хотя может показаться, что это дверь, но это не дверь. Ладно, все похоже. Надо вообще отсюда возвращаться уже. В главный холл библиотеки. Похоже. Так, ну больше я тут ничего не видел, поэтому возвращаемся, Лара. Ой, куда я опять приплыл? Зачем? Откуда я приплывал-то? Что-то я запамятовал. Если не отсюда, то откуда? Здесь закрыто. Ну пошли, ну поплыли сюда, что ли? Разницы-то нету. Где мне выходить? Здесь огни горели. А, уже потухли, кстати, огни тут в этом зале. А почему?
кто их потушил? Может, под шестеренкой что-то есть? Да нет, не похоже, что можно слезть. Да и тут тоже не выглядит она так. Ладно. Ай, почти убила. Почти наглухо меня. Эта цепочка. Да. Спешить явно нельзя. Я опять попал. Так, а в этой комнате точно ничего нету? Кроме цепочки. Вроде ничего. Так, ну вот я опять вышел в этот зал с двумя шестеренками. Выходим. О-о-о! Сейчас не весело-то как будет. Погодя, а я... А, мне надо сперва вниз спрыгнуть. Сейчас же забираться опять назад. По этому шесту чертовому. Ну давай, Лара. Сейчас будем попадать на аптечки. Но мне в самый верх надо залезть. Так, это не самый верх еще. Тут трудно рассчитать. Так, теперь надо чуть пониже спуститься, а то сейчас ушибусь я. О. Ну все, сколько я аптечек потратил, чтобы сюда залезть. С ума сойти можно. Так, ну вот я вернулся в главный зал. Надеюсь, я там ничего не пропустил. Не хотелось бы туда возвращаться. Так, третья дверь. А она не открывается с этой стороны. Интересно. Так, а там вот с пергаментом ничего не стало? Не просветилось? О, он кажется, уже стал это, доступен мне. Нет? А, нет, так показалось. Ладно. Пойдем тогда другие, на другой стороне двери. Открывать. Ну откуда начать? Отсюда? Нет, эту дверь мы не откроем. С этой стороны. Тоже. Центральная. Вот это открывается, пожалуйста. А там открывается дверь? Да. Так, ну давай, наверное, сперва сюда сходим. Или куда лучше? Маленькая аптечка, светильник. Светильником ничего нельзя делать. Нет, сюда, наверное, мы пойдем. А хотя... Почему нет? Короче говоря, это у нас, как это называется, планеты, планетарий, вот. Здесь надо будет толкать планеты разные. А, вот сюда звезды вставляются, понятно. Чтобы открыть три решетки, надо вставить три звезды. Еще одна загадка. И должна потом в итоге вот эта дверь открыться. Так, что у нас здесь есть? Какие планеты? Это большая Земля, да? Похоже на Землю. Или это не Земля? Возможно, что это не Земля.
А, ну тут в принципе ничего сложного. Тут для каждой планеты разного размера дырочки, вроде бы. Они не одинаковые. Вот это вообще маленькая планета. А где-нибудь подсказка-то есть вообще? О, вот это большая. Так, и вон еще получается одна. А, подсказка на потолке. Нет? Нет. Вот это Земля. Да, вот материки. Так, ну судя по размерам, отверстий, вот это, наверное, получается самое маленькое. Хотя... Или вот это меньше будет. Это не луна? У нас случайно. Так, ну можно предположить, что это вот сюда вставляется. Чисто предположить, не знаю. Головоломка. Так, вот Земля. Земля. Центр Вселенной. Может быть, они тогда считали. Земля вращается вокруг Солнца. Так, может быть, какой-то будет этот, ну, намек, что я делаю все правильно. Ага, зажигаются вот эти планеты. Так, ну, может быть, это Солнце? Не, ну оно огромное, огроменное. Это огроменное явно не сюда. Хотя. Тут еще Марс есть вроде бы. Так, может быть вот это туда толкать? Марс вроде. Возможно, возможно. А возможно и нет. Я не знаю, там может быть подсказка есть в будущем. Но я ее еще не нашел, и как и получится, что я решу головоломку быстрее, чем получу подсказку. Ну-ка. Не зажглось, значит неправильно. Понятно. Вот те, которые засветились, они правильно. Так, может быть, тогда у нас... Ну, можно попробовать. Хотя, может, он и на дальнюю
ставится. Тебе соленку. Хотя нет, вроде бы по размеру вот эта дырочка побольше будет, чем та боковая. Ну да. Сюда, наверное, та гигантская планета Солнце. Скорее всего, желтая. Ну, Земля это синяя, серая это Луна, наверное. Красная Марс, а зеленая... Венера? Да, точно, Венера. Вот так вот они... Они считали тогда, египтяне, что Земля — центр Вселенной. Ну да, такая вот головоломка. Это одна из двух, там еще одна будет головоломка впереди в этой миссии. Так, ну вот почти додвинули. А почему не зажглось и ничего? Я не понял. Я что, неправильно поставил? Вот это зажглось. Видимо, не сюда, а Солнце. А что, сюда Венеру надо? Ну ладно, окей. Давай Венеру сюда поставим. Просто мне показалось, что дырочка слишком маленькая для Солнца. Да, сюда Венера, значит туда Солнце толкать надо. В другой угол комнаты совершенно. Я не знаю, что будет там за дверью, но что-то ключевое, я так понимаю. Так, все готово. Готово. Ого. И что? Проход открылся? Да, открылся проход. Меня не убьет этими лазы. Так, ну тут опять светильник я вижу. Вазочку вижу впереди. В ней большая аптечка. Еще вазочка. Опа. Это я обошел. Это получается, я с другой стороны теперь открою дверь. Да, которую раньше открыть не мог. Как раз таки. Но тут еще что-то должно быть, по-любому. Так, ну со светильником нельзя взаимодействовать. А, вот тут как раз еще одна загадка сразу. Я к ней вышел. Так, вот тут я точно не помню, что надо делать. Двигать, по-моему, вот эти штуки. А, рычаги тут надо нажимать. И надо, короче, их все скрестить будет. Вот эти вот линии. Или как она на... Ну, короче, вот такая. Я забыл, как она называется, вот эта штука. Известная. Да, тут головоломка такая.
Я тут могу провозиться долго. Ну, я не знаю, откуда начинать. Давай уже откуда-нибудь начнем. Допустим, вот этот рычаг. Зажглись два огня на противоположной стороне. Получается, этот рычаг... А, надо все огни зажечь, понятно. Зажглись еще два, то есть осталось зажечь один огонь, но он сейчас потушит какие-то остальные. Угу. Хотя, а сам зажжется. Трудно сказать, как тут надо сделать. Давай пока потушим. Ну это опять зажигает два огня впереди. Совсем без понятия, как сделать так, чтобы... Ну я, по-моему, это как-то методом тыка решал. Ну вот этот. О! А почему сейчас все потухло? Не понял, с чем это связано. А, это потому что я сюда наступил. Если я сюда наступаю, то все огни потухают. Интересно. Если я нажимаю этот рычаг, тушится один из огней, короче говоря. Да, ну вот один не горит. Ну это сейчас потушит, один зажжет. Как быть-то? У нас получается два теперь не горят, а нет, три. Может, вот этот надо нажать. Так, но. Но этот рычаг сейчас сам зажжется и дно потушит. Те два. Это плохо. Так, теперь вот тут три не горят, получается. Это я сейчас потушу два огня. Зато зажгу вот это. Не знаю, какая тут должна быть последовательность. Это сейчас потушит опять два. Угу. А, тут сейчас все три загорелись, да? Так, как же мне вот этот-то зажечь теперь?
Интересно. Так, продолжаем. Я вот что подумал. Может быть, все-таки вернуться из этого зала? Назад пока. Может, какую-то подсказку действительно я найду? Будет проще ориентироваться. Вот тут же у нас была еще комната, правильно? В которую я не заглянул. Так, и что? Что у нас здесь? Светильник еще один. Ой, тут элементалы. А где мне воду-то взять? Здесь есть вода? Бассейн. А, вот есть вода. Давайте. Тушитесь об воду. Оба потушились. Надеюсь. Элементалы огня. Так, ну здесь я ничего не вижу. Вазочка. Так, а здесь какой-то скат есть. Интересный скат. Откуда это, интересно, я буду возвращаться потом? Так, тут у нас вазочка. Возьмем маленькую аптечечку. А здесь что было? Так, вот тут тоже какие-то пергаменты есть. Вот. Можно прочитать или нет? И вот валяется на полу. Нет, это, видимо, нельзя прочитать. Стоп, я вижу лестницу. Давай заберемся наверх. А, стоп, а тут закрыто. Как мы заберемся-то? Тут надо открыть люк сперва. Погоди, а этот люк находится в знакомом месте. Там еще решетка есть. Ой. По-моему, я там бывал. Так, здесь у нас что было? Здесь у нас была вода. Или не бывал я там. Пока не могу залезть никуда. Так, еще один светильник. Ладно, пошли назад. Может быть, в первой комнате у нас что-то просветился тот, та бумажка, которая вот была. Стоп! А не тут ли у нас решетка была с люком, нет? А, нет. Не тут, а. Ну, бумажка вот доступна теперь. И что это? Подсказка, да? Как раз. А, ну тут такая подсказка, что хрен разберешь.
Так, а все-таки как мне на второй этаж забраться? Вот эти двери не открываются. Погоди, или я могу забраться? Может, я плохо попробовал? Нет, отсюда она падает сразу. Может, ты можешь забраться? Не допрыгивает. Вернее, как? Она должна хвататься, по идее. Но она не хватается. А если я сделаю такой прыжок? Тоже бесполезно, да? Не хватается. Как же все-таки забираться-то наверх? Может, я прохлопал где-то что-то? Так, а здесь у нас что было? Я забыл. А, здесь у нас понятно, что было. Нет, видимо, я заберусь только на второй этаж, когда я пройду эту головоломку. Ну, я понятия не имею. Ой, сколько здесь можно тыркать эти рычаги. Вот эти два горят. Вот этот не горит. Так. И все-таки. Там у нас опять зажегся огонь. Может, следует его потушить здесь? Знаю. Что это даст? Какая же тут последовательность? Трудно понять. Блин, ну если я щелкну вот этот рычаг, он потушит один из огней. Там вот впереди. Теперь мне вот этот надо как-то зажигать, получается. Так, все-таки непонятно. Вот сейчас какие мне огни надо потушить? Допустим, вот это отожму.
Опять вот у нас... Теперь там нет огня. Сложно понять, как нужно сделать. Методом тыка все решается. Либо посмотреть в гайд, как быстро эти комбинации сделать. Так, ну этот сейчас потушит. Впереди два огня. Это плохо. Это очень плохо. К чему я пришел, когда... Нет, это тоже плохо. Наверное. Хотя... Четыре огня горит. Все-таки интересно. Загадочно. Головоломка это. Еще четыре огня надо зажигать. С ума сойти. Не, я не хочу здесь мучиться, страдать. Может по дефолту все сделать. Так, давай потушим все огни. Вроде начинать надо с самой первой, которая у входа. Вот это вот. Так зажигаются три сразу огня. Дальше что мы делаем? Вторая. Показано, вот этот надо рычаг нажать. Так, ну он уже сейчас потушит. Один и зажжет второй, да? Теперь, видимо, надо вот этот нажать. Так, и что мы имеем?
Следующий вроде бы вот этот вот. Так, потом идет вот этот вот. Дальше у нас рядом со входом, который вот этот вот, шестой. А, ну тут я обычно, если решал, то решал очень долго и методом тыка. Так, и остается последний рычаг, угадайте какой, да, вот этот вот. Как раз сейчас все огни зажгутся. Выстраивается вот платформа тут у нас. Элементал. Элементал вылетел. Твою мать. Его надо срочно к водичке пригнать. Он же меня поджарить может. Иди сюда. Погоди, а вообще сюда ли? Нет, не сюда же. Здесь я планеты толкал. Вот сюда, наверное. И в центральный. Тут у нас была вода как раз. Вот бассейн. Все. Потушили. Так, ну что ж, ну что ж. Возвращаемся. Залазим теперь наверх. И тут у нас проходик. Так, а с какой стороны ты лезть? А, с вот этой вот. Так, сзади ничего, ничего не вижу. Поднимаемся по лесенке. А, тут была, кстати, вода. Да, вот. Не обязательно было бежать так далеко. Так, а вот, наверное, как раз и та комната, да? С люком. Ух, тут пергамент опять какой-то есть. Но мне это больше не нужно, наверное. Так, а вот здесь что? А здесь у нас светильник. Ничего с ним нельзя сделать? Нет. Ничего не вижу. Не вижу. Хотя вот спуск есть какой-то. А, стоп, наверху у нас что-то. Цепочка какая-то. Так, здесь еще один светильник и дверь. Можем открыть какую-то дверь. Это второй этаж или первый? А, вот я и на втором этаже очутился. Охо. Нашел вход.
Вход на второй этаж, понятно. Так, ну это хорошо все. Но тут еще лестница была вот наверх. Так, ну полезли на эту лестницу тогда. Посмотрим, что у нас здесь. Ну тоже балкон. Лавочки стоят. Ну здесь я ничего не вижу. Так, вот тут я вижу кувшинки. Аптечка есть, да? Славно. Еще две кувшинки. В других остальных нет ничего, пустые. Еще один светильник. Так, какая-то записка, да? Опять пергамент здесь валяется. А ради чего? По сути, я сюда залезал-то. Ради аптечки одной? А, нет, вот или вот тут что-то есть. Не вижу. Я тут больше ничего не вижу, если честно. Ради аптечки, наверное. Ну ладно, пошли наверх. Какие двери тут у нас откроются? Вот это, например. Куда это меня приведет? Так, кувшин, патроны Кузи. Еще один светильник. А, тут у нас вообще арфа. Надо сыграть что-то, что ли? Ноты сюда найти. А нотов-то... Нот-то у меня нету. Где их брать? Ну да, нужно ноты найти сюда. Может, я пропустил где? Погоди, у нас только по две двери на вторых этажах. Видимо, по две, не по три. А хотя нет, по три. Подожди. А почему там две? Ничего не понял. Так, вот раз дверь, два дверь, а третий тут двери нету. Так, а что там у нас? Я туда могу вообще попасть, запрыгнуть? Отсюда, видимо, не могу. Ну ладно, будем искать. Эта дверь откроется. Да. И куда я приду так? Спуск вниз куда-то. Ой. По скату. Куда я попал вообще? Ой, меня еще и валуном придавило. Ничего себе. Так, и мы продолжаем. Нет, видимо, туда я как-то...
иначе буду попадать. Ладно. Бежим опять в конец зала. Так, может тогда другую дверь открыть? В другой проход пройти. Здесь понятно, здесь еще какой-то большой зал будет. Так, а что здесь у нас тогда? Есть же еще и третья дверь. Могу отсюда начать, хотя... Или я сюда ходил? Погоди, а куда я ходил? А, нет. Ох, еще один элементал, да? Это мне надо искать теперь воду. А где она может быть? Хм. Ну не вниз же мне бежать. Может быть в центральном проходе? Есть вода. Нету здесь воды. Так, здесь вообще деревянные доски какие-то. Воды здесь нету. Фигово. Что, тогда вниз, что ли, бежать за водой? Далековато будет-то. Здесь не было воды. Уже забыл. Запамятовал. А, нет, здесь арфа. Здесь нам надо ноты найти. А, или вода вот тут была. Где-то была вода, я помню. Не здесь ли? Ой, я уже загорелся. Все, пропал. Попал я на аптечку опять. Фигово вышло. Так. Сколько же тут этих элементалов всяких? Да, уровень длинный. Мне еще где-то один секрет искать в этом уровне. Так, ну давай, тогда я сюда схожу, посмотрю. Тут люк, по-моему, был. И что-то лежит. Вот здесь вот. Что это такое? Фарос Пилар. Какой-то важный предмет. А, так, а вот решетка, кстати. А как ее открыть? Может, надо... Здесь нажать? Или пострелять? Нет? Нет, не открывается. Так, ладно, откроем вот этот люк. Интересно, это я правильно понял? Я попаду туда, где я был? Хм. Все-таки, как эту решетку открыть? Интересно мне знать. Так, ну больше я тут ничего не вижу. Рычага какого-то я не нахожу. Так, попробую спуститься. Мне кажется, да, я попаду в этот зал, где я был уже. Угу. Ладно, залазим обратно наверх. Как-то надо будет здесь решетку открыть, поднять вот эту вот. Потому что за ней есть проход. Но я пока не вижу, как. Может, тут что-то подвинуть можно?
Ладно, пошли отсюда, запомним это место. Так, а в центральной какие-то деревянные доски были. В центральном проходе. И тоже решетка есть. Посмотри на это. Сюда тоже надо что-то использовать. Подпалить эти доски чем-то. Но у меня, видимо, ничего пока такого нету. Может, что-то тут двигается все-таки? Да нет, не похоже. Так, ну у меня пока нету ничего, чем бы я мог... Ладно, пошли в тот зал. Позже разберемся. Да, две комнаты пока остаются под вопросом, так сказать. Нет, три комнаты, еще комната с нотами. Пойдем в зал тогда. Так, ну тут валун меня убил. Что мне надо сделать? Отпрыгнуть, что ли? Да, отпрыгнуть надо. Чтобы валун... Ой-ой-ой. Ни хрена себе он по какой траектории покатился. Охренеть можно. Как мне... Куда мне выбираться-то? О, там старые знакомые. Так, надо дробовик брать. Готов. Интересно, что у нас здесь в этом зале сохранится. Так, а я могу в эту пасть прыгнуть? Или мне сюда и надо? Ну, вообще можно, да. В эту пасть запрыгнуть. Так, куда подевался валун? Ага. А там, где был валун... О! Погоди, тут еще валун, что ли? Не понял. Там рычаг есть. Настенный. Надо прыгнуть, наверное. Вот так вот. И что это дало? Ага. Здесь платформы выстроились. А зачем? А фиг его знает. Я вот хотел сюда сначала сходить. В эту пасть. Посмотреть, что здесь находится. А, она туда пройти не может. Нифига себе. Понятно. Значит, мне туда не надо. Понятно, понятно. Там веревка какая-то вот есть наверху. Ой, надо с разбегу прыгать. Погоди, дай загружусь я, проверю.
Точно ли изначально нельзя было туда пройти? До того, как я рычаг опускал. А то мало ли, так окажется, что я секрет закрыл. Но нет, вроде нет. Ну ладно, давай еще раз. Так, тут, по-моему, второй валун был. Где-то. Ладно, залазим наверх. Так, ну что, давай разбежимся. Вот, так можно допрыгнуть сюда. Так, с этой стороны что-то есть. Так, там тоже есть балкон, вон. Можно туда попасть будет. А здесь надо, видимо, лезть наверх сейчас. Надеюсь, тут больше валунов не будет. Так, и теперь надо допрыгнуть до той веревки, да? Ну, не веревки, а рычаг вот этот вот, за который тянуть. Блин, а куда прыгать-то? Знать бы, наверняка. Где стоять можно тут, а где нельзя? Интересно. Я просто боюсь, я сейчас так прыгну, что на скат в итоге окажется. А, нет, нормально прыгнул. И что я сделал? А, может, я пасть открыл? Тем самым. Да, видимо, я открыл пасть на сейчас. Опа. А чё это мы спрыгнули-то? Соскользнули. Так, ну ползем в пасть. Интересно, что там меня ждет. Шест, да? Шест. Так, дай-ка прикинуть, куда потом прыгать, отпрыгивать. А, вон там, вижу, понятно. Сальто назад надо будет сделать. Ну, полезли, Лар. Или слева проход. Нет, по-моему... А, вот здесь проход. А, и тут, и там, понятно. Так, здесь, надеюсь, огня не будет сейчас. Огня нету. Так, интересно. Решетка открывается. А, та самая решетка, про которую я думал тогда. Как же ее открыть-то? Вот, она, оказывается, сама открывается. А здесь закрылась, наоборот. Опа. Постамент зажегся. А зачем? Для чего? А, факел. Факел тут. Надо... А, доски надо подпалить, да? С помощью факела. Лишь бы самому не сгореть только. Так, и куда я сейчас приду? Тем самым. Еще одна решетка открывается. Вот тут, где доски как раз. Бросаем факел. Во. Горит, горит, горит. Хорошо горит. Надо подождать, пока эти доски прогорят, видимо. Все, разломались. Ну что, спрыгиваем вниз. И что тут у нас такое? Опа, на полу что-то лежит. Да? Это что такое? Ноты? Да, музыкальные ноты. Как раз для арфы той.
А что здесь есть еще? Кувшин. Так, дай-ка я пистолеты обычные возьму. Тут патроны для дробыша лежат. Здесь ничего не вижу. Лавочка, скамейка. Ну ладно, полезли в проход тогда. Так, и тут двери. А тут светильник. Это какие я сейчас открою двери? На первом этаже. А, все, да, все двери открыты теперь. Так, а как мне подняться? Забыл, где я забирался на второй этаж. А, через этот зал, да? Ну давай еще раз заберемся. Интересно также, где секрет у нас? Третий. Стоп, там ничего не было случайно. Не, показалось. Так, ну вот здесь я забирался. На лестницу мне не надо. Пойдем сыграем на арфе. Это у нас было здесь, кажется. Ну давай, исполни, Лара. Это все скудненько. Так, открылась еще одна дверца. Очень интересно. Давай зайдем, посмотрим, что тут у нас. Погоди, это не там, где я думаю. А, ну да. Я вот сюда еще думал, как попасть. И это открывает главные ворота. Так, ну это хорошо. А где секрет-то? Еще один. Поищем. Потому что там наверняка уже выход. Здесь я ничего не мог упустить. А, тут дверь уже закрыта. С этой стороны. А тут, где были два огня. Нет? Не похоже. Ну, где-то еще должен я найти секрет. Может, конечно, он впереди там? А здесь ничего не было, да? Ничего не было. Здесь я еще гадал. Прикольно, если я все-таки в том зале пропустил что-то.
Там балкончик был, помните? Может быть, мне как-то можно туда попасть? Мы попробуем. Нет, ну здесь никуда. Да, но как туда попасть? На тот балкончик, интересно. Интересно. Здесь вроде даже забраться-то негде. Так, продолжаем. Может быть, все-таки можно допрыгнуть как-то до туда? На тот балкон. Потому что вот из таких мест странных, вот мне только вот этот балкон вызывает сомнения. Но не кажется, что здесь... Да, вон она, аптечка, и стрелы лежат. Точно, там секретка. А я также не допрыгну. Вы чё, ребята? А, вон там вот лестница. На этом. Может, я неправильно зацепился? И уже поздно. Все может быть. Может, я там мог на руках перебраться как-то. А я раньше времени проигнорил этот момент. Интересно. А туда-то я уже не залезу, получается. Уже поздно. Погоди. А откуда я... Стоп, как не залезу? Все, я залезу. Надо найти вход заново, скатиться по этой штуке и посмотреть. Видимо, рано я спрыгивал. Да чтоб, ну вот этот момент бесит просто. Дебильный момент. Хуже не придумаешь. Надо обязательно зажимать кнопку L2, чтобы забраться в эту щель. Да, мне кажется, я там мог обогнуть угол. Я надеюсь, я еще могу вернуться. Залазим на шест. Именно там вот секретку я и упустил. Получается. Сейчас проверим, а если там уже закрыто, то все. Я останусь без секретки. Так, это где было? В первом, по-моему. В первой комнате. Нет, скат еще действует вроде бы. Так, давай-ка заново скатимся. А куда? А, может быть, сальто назад надо сделать? Нет. Погоди, я не понял. А как тогда? Она же скатывается, хватается там за что-то. А подтянуться-то она не может. Погоди, а может вообще отсюда надо прыгать? Хотя нет. Именно я должен
забраться на эту штуку, на это основание. Так, давай-ка посмотрим. Что-то я не понимаю. Немного. Так, у меня появилась идея одна. Где я я здесь сохранялся, да? Плохо. Плохо, что я здесь сохранялся. Да чтоб меня. Короче. Да ладно, хрен с этим здоровьем. Наверное, съезжать по скату надо было передом. И тогда бы я бы смог куда-то прыгнуть, возможно. Вот какая идея у меня в голову пришла. Я все время задом съезжал. Может быть, это было ошибкой. Так, ну залазим по шесту наверх снова. Бежим заново к скату. Я еще раз сохранюсь на всякий случай. Теперь попробую передом скатиться. Может быть, я там увижу что-то. А, ну точно, лестница. А почему мы не зацепились, Лара? Там же лестница. Не понял. Она не зацепилась. Она не цепляется почему-то за лестницу. Странно. Что за баг такой? Или уже закрылся, типа секрет? Нет, не цепляется. Не работает, что ли? Вот дерьмо-то, а. А можно как-то иначе? Или нельзя? О! Мне удалось вот сюда залезть. Но это мне вряд ли что-то даст. Я даже встать, наверное, здесь не смогу. Не то что разбежаться. Хотя, может, и можно еще взять этот секрет. Но тут не разбежаться просто. Мало слишком места. Уф, удалось взять этот секрет. Ничего себе. А как же лестница? Я, по идее, должен был по лестнице куда-то залезть. Возможно, на спину этому зверю. Да, очень странный секрет. Ну, фух, слава богу, мне не пришлось переигрывать этот уровень из этого секрета. Так, все, 52 из 70. Теперь надо выжить, Лара. Съезжаем так по скату. Так, ну вроде остальное я все взял. Главное, это вот эта вот штука. Как она называется? Фарос Пилар. И пойдем выходить отсюда. Из этой библиотеки. Уф.
Возможно, в бета-версии эта лестница глючит. Не знаю. Ну хорошо, хоть так удалось. Я думал, она не разбежится просто. Не сможет. Да, у меня уже 52 секрета. 70, то есть осталось всего 18 секретов в игре найти. Кстати, это последний уровень, где по 3 секрета за уровень. Больше таких уровней, насколько я знаю, не будет. Максимум 2, и то в одном, по-моему. А в остальных по одному или вообще не будет секретов. Так, я могу просто спрыгнуть отсюда? Могу. Все, выходим. Выходим отсюда, Лара. И мы прошли этот уровень, ура. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса, всем удачи. Услышимся в следующих сериях. Пока-пока.